Всем привет! Доехал в сад до себя. Время не было. Тут уже вовсю цветет алыча. Груша повыкидывала цвет. Вот алыча от Сарк-Премьер. Уже ее обрезал до цветения. Там неделя полторы назад был. Было громадное, раза в три больше дерева. Я его обрезал. Вот так вот оно выглядит. Дерево уже... Я снимал его там в 2015 году. Это сейчас 2 года, год 5-6, наверное, ему уже. Вот, спрашивают у меня, как цветет, какой вид имеет анжелена алыча. Вот она маленькая, вот такое деревцо, в том году его снимал. Вот оно как цветет. Тоже его пообрезал, сильно много на черенки, люди просили. Вот она как цветет, какой у нее цвет. Вот. Это анжелена. Вот это вот цвет идет от Сарк-Премьер. От Сарк-Премьер. Вот у меня генерал цветет. Вот так цветет генерал. Цвета хоть вроде не сильно много, но она постоянно с урожаем. Вот у нее цветочки. Генерал. Вот румяна зорька в цвету. Тоже ее сильно обчекрыжил. Тоже были удочки под 3,5-4 метра. Все обрезал на уровне глаз. Может, неправильно. Уж и некоторые звонят, говорят, что я не умею обрезать. Неправильно. Ну, я не говорю, что я умею. Я учусь. Вот, получается, румяна зорька. Тоже суперовая алыча. Так. Вот у меня зацвела первый год руби-кранч. Руби-кранч. Вот есть цветочки. Надеюсь, что-то будет. Такие цветочки у нее, где фокус. Это руби-кранч. Все, приехал, надо сейчас брызгать, обрабатывать сад. О, груша, я снимал ее, обрезал сокровище. Вот, все в цвету. Расцветет, все будет белое. Сокровище. Яблони тоже, я смотрю, позакладывали хорошо. Ну, до самого верха. Высота где-то до 3 метров у нее. Все в цвету будет. Так, ага, Байрон Голд еще хотел показать. Цветет как Байрон Голд. Это у меня получается дома в том году на прививке я попробовал цвела. Это не цвела, это первый год. Дерево уже, ой, или четвертый, или пятый год. Вот это вот как саженца посаженный, на четвертый год только зацвела. А то не было цветов. Дома были, но дома просто вщипнута ветка, как то чесан была. То есть вот так она. Тоже я обчекрыжил чуть-чуть. Кое-что еще буду вырезать. Тоже нормировать, когда буду, я повырезаю лишнее. О, и Black Amber зацвел. Ух ты, хоть попробуем, если завяжется. Вот Black Amber, пару цветочков. Фокус теряет. Так, это на помиселекте посадил десертное раннее. У меня дома вщипнуто в сливу. Хороший тоже сорт. Показывал там на видео у бати в саду. А вот это так цветет слива золотая капля. Классный вкусный сорт. Сочный, сладкий, как мед. И красивый. Я его сниму, покажу. Тоже деревцо. Деревцо, наверное, лет 5. Да, не меньше, лет 5. Они с самых первых сажались у меня тут. 5-6 лет. Точно не помню. То я тоже чекрыжу, вот тут получается, ну, 1,70-1,80 метра. Тоже я собрал ящичек слив. В том году первый урожай был на нем. А яблони. Яблони только-только. Бутоны вот только вылазят. Тоже все в цвету. Все в цвету на молодых. Это, наверное, уже... На выходных порасцветает, если погода будет хорошая. Все в цвету. Вот сорт Пинова. Вообще он все усеяно. Все усеяно. Вот до верха. Получается, возьмем с самого верха. Вот 1,80 м. Я стою вот, прям по верхушку головы. Вот все в цветах идет. То есть на каждое соцветие буду оставлять по яблоку. Может быть, даже на 2 соцветия по яблоку пушу. Деревцо небольшое, а цветов тут улеплено.
чтобы ее не перегружать. Вон, все, все в цветах. А вот как будет цвести яблоня сена по-матински. Тоже вся усеянная. Вся усеянная. Ветки отгинал. Пробовал и так, и сяк. Много повырезал на сучок толстых. Вот, что вверху, что внизу. Куча цветов. А что это у меня? Что это? Не помню. Ой, что это? Галамаст. Я еще не пробовал, не видел. Тоже вся в цвету. Тоже вся в цвету. Только-только бруночки открываются. Только-только. Так, а ну Моди я обрезал. Где она тут? Моди. Ага, вот она. Вот Моди. Тоже все в цвету. На нижнем ярусе все в цвету. Тут тоже вот все, все в цвету. До самого верха все в цветах. Если видно. Так, а это у нас флорина. Тоже цветочки есть. Было в том году 4 яблочка первых. Да, тоже они просто те больше вылазят, эти меньше. Тоже вся в цвету. Мулцу тоже вот. Мулцу тоже облепленная вся. Вся облепленная. Все, сад обрызгал, уже темнеет. От оленки, от мышнистой. Брызгал инжио, брызгал шевит, прелепач, хилатин, сад. Ну, можно универсальный, с микроэлементами. О, какая красота сейчас. Вечер. На рыбалочку надо садиться. Нема когда. Тихо, хорошо. Передавали дождь, но что-то не было сегодня дождя. Решил после работы приехать побрызгать. Потому что потом не будет когда. Такая красота. Ой, все, всем спасибо. Всем пока.